В мае 2019 года в рамках Российской недели общественного транспорта прошла первая специализированная выставка «City Bus». Экспозиция была представлена микроавтобусами, всеми видами электрического транспорта, такими как трамваи, троллейбусы, электробусы, а также широким спектром технологий и комплектующих в транспортной инфраструктуре. Компания «Адор» впервые выступила на подобном мероприятии, представив публике сразу несколько новинок и перспективных разработок. Рассмотрим их подробнее. «Твинго» — это одномоторный привод, работающий одновременно для двух распашных дверей, закрывающихся внахлёст в строгой последовательности. Вначале задняя, потом передняя. При этом двери соединены между собой механически. Управление дверьми осуществляется водительской кнопкой на панели автомобиля, пультом дистанционного управления или наружным аварийным открывателем. Привод «Твинго» полностью соответствует 107-м международным правилам и имеет все необходимые функции. Открытие, закрытие дверей. При наезде на препятствие во время закрытия дверей сработает функция «Автооткат», а при открытии — функция остановки дверей. Автоматическое закрытие дверей и их блокировка при скорости автомобиля более 5 км в час. Механическое аварийное открытие дверей как изнутри, так и снаружи автомобиля. Для поворотно-преклонных дверей мы разработали оригинальный привод «Феникс», работающий на принципе удержания двери в закрытом положении исключительно силой привода, без использования традиционной фиксации двери на клиньях. Новая конструкция позволяет уменьшить время открытия и закрытия двери, а также значительно сократить время на настройку двери при ее монтаже на транспортное средство. Управление дверью осуществляется водительской кнопкой на панели автомобиля, пультом дистанционного управления или наружным аварийным открывателем. Привод «Феникс», так же как и привод «Твинго», соответствует 107-м международным правилам и имеет следующие функции. Открытие, закрытие двери. При наезде на препятствие во время закрытия двери сработает функция «Автооткат», а при открытии — функция остановки двери. Автоматическое закрытие двери и ее блокировка при скорости автомобиля более 5 км в час. Механическое аварийное открытие дверей как изнутри, так и снаружи автомобиля. В приводах «Феникс» и «Твинго» используется обратимый моторедуктор, который предотвращает поломку привода при любом внешнем воздействии, а механический фиксатор надежно удерживает двери в закрытом положении. В контроллере приводов заложена программа по управлению освещением дверного проема как от штатных светильников, так и от дополнительных. Подножка «Степ» — яркая, быстрая, широкая, с противоскользящим покрытием. Это устройство станет отличным дополнением к вашему автомобилю. «Степ» выдерживает груз массой более 250 кг, а ее ресурс составляет более 200 тысяч циклов. При наезде на препятствие подножка останавливается и при закрытии дверей задвигается обратно. Благодаря обратимому моторедуктору подножку можно легко выдвинуть и задвинуть вручную при отключенном электропитании автомобиля. Также на выставке нами была представлена сенсорная кнопка, работающая в любом автомобиле с любым электроприводом. В режиме ожидания кнопка горит мягким зеленым цветом, а при нажатии фоновая подсветка кнопки становится красной. В заключении хотим отметить, что участие в выставке было ответственным и интересным этапом нашего развития. За время выставки наш стенд посетили руководители и специалисты ведущих отечественных предприятий транспортной отрасли.
Компания «Адор» благодарит за визит гостей нашего стенда и приглашает к сотрудничеству все заинтересованные организации для совместной работы в новых проектах по разработке и производству дверных систем общественного транспорта. «Адор», мы работаем для вашего комфорта.